сегодняшнего дня начинается весенний призыв граждан на военную службу. Несмотря на 1 апреля, с правоохранительными органами лучше не шутить. Уклонение от исполнения воинской обязанности преследуется Уголовным кодексом. Нарушителям может грозить лишение свободы сроком до 2 лет, штраф в размере до 200 тысяч рублей или принудительной работы. Но подобные меры некоторых жителей Чувашии не страшат. В 2014 году в суды направлено 21 такое уголовное дело, а в истекшем периоде текущего года 4 уголовных дела. Как и в предыдущие годы, основным способом совершения указанного преступления являлась неявка, в том числе и по несколько раз, призывников, признанных годными к несению военной службы в территориальное отдело военного комиссариата Чувашской республики для выполнения мероприятий, связанных с призывом. В последние годы суды в Чувашской республике при вынесении приговоров применяли в отношении уклонистов такой вид наказания, как штраф. Размер его в в зависимости от конкретных обстоятельств совершения преступления и личных характеризующих данных осужденных, составлял от 10 тысяч до 100 тысяч рублей. Всего в прошлом году общая сумма штрафов, наложенных на уклонистов, составила 700 тысяч рублей.